Președintele Igor Dodon își continuă vizitele în teritoriu. De această dată, șeful statului a mers în raionele Taraclia și Cea Dărlungă, unde a discutat cu autoritățile locale, dar și cu antreprenorii din regiune despre mai multe probleme, dar și despre mersul proiectelor de infrastructură inițiate în cadrul programelor guvernamentale. La Taraclia, Igor Dodon a vizitat liceul teoretic Ivan Vazov, unde a fost redeschis un bloc renovat pentru clasele gimnaziale. Totodată a fost inaugurată și o clasă de cadeți, unde 24 de elevi vor fi pregătiți pentru a deveni adevărați patrioți ai țării. Сначала меня подталкивали родители, но потом я подумал, потому что когда я вырасту, я должен буду постоять за своих родных и за своих друзей. Я знаю, что будет трудно, но я постараюсь выдержать. Я думаю, что я смогу все преодолеть, то, что у меня получится, я выдержу. Если все понравится, то я буду дальше учиться. Хочу вам пожелать успехов, ребята. Дай Бог, чтобы вы стали настоящими патриотами нашей страны, чтобы стали теми людьми, которые будут продвигать культуру Тараклийского района. Потому что я очень рад, что у нас в Республике Молдова проживают компактно болгары. Это настоящие патриоты, это люди, которые любят нашу страну. La liceul din Taraclia își fac studiile peste 400 de elevi și activează aproximativ 60 de pedagogi. 6 profesori au primit diploma de onoare din partea președintelui. Ludmila Baltacova. Tot la Taraclia, Igor Dodon a pus piatra de temelie la monumentul participanților la lichidarea consecințelor de la centrala atomoelectrică din Cernobâl. Administrația locală își pune mari speranțe că președintele țării va ajuta la finalizarea acestui proiect important pentru localitate. Мы за 10 лет собрали все вместе собрали 270.000. Но много денег ушло на вот эту работу и на проектирование. Во всех проектах. И поэтому нам не хватает денег для того, чтобы мы могли закончить в этом году. Поэтому у нас очень огромная просьба. Без вас мы его не сделаем. Vizita a continuat și la o întreprindere metalurgică din raion. Deși uzina funcționează doar de un an, pe zi sunt prelucrate 40 de tone de metal. Вот мы уже тоже заказали мостовой. Ну, все необходимое. Думаю, до Нового года будет сейчас еще две линии. Будем уже реально можно сказать, что мы завод. Пока мы только учимся. Сколько работников? На сегодняшний день 20. Ну, когда все сделаем, до 50. Не ожидал, что здесь в Таракли есть такое производство. Очень серьезного уровня и качества, и технологический процесс. Я понял, что в Молдове больше никто не делал такие изделия металлические, поэтому вот оно есть в Таракли. La finalul zilei, Igor Dodon a mers în orașul Cea Dărlungă, acolo unde a participat la ceremonia de inaugurare a unui teren de joacă pentru copii. Spațiul a fost amenajat cu sprijinul președintelui după ce mai mulți locuitori au cerut insistent acest lucru. Noul teren de joacă este unul modern, are o suprafață de 300 de metri pătrați și corespunde tuturor standardelor de siguranță pentru copii. Terenul de joacă a fost construit pentru copiii care locuiau la marginea orașului și nu aveau un loc pentru distracții în apropiere. Мы собирались возле остановки и играли там. Ну вообще хорошо, что тут построили площадку, детям будет есть где играть. Мне площадка очень понравилась. Я благодарна Игорю Николаевичу Дадону за то, что он построил такой хороший подарок нам. Я буду здесь играть со своими друзьями. Мне здесь нравится, потому что я рядом тут живу. Мне не нравится то, что я живу на краю, а тут это оказалось такое. Никто, наверное, из вас себе не мог просто представить, что президент напрямую откликнется на просьбу, на вашу просьбу и так быстро сорганизует детскую площадку. Уважаемый Игорь Николаевич, мы хотим сказать вам огромное спасибо, что вы не выбираете людей, вы президент для всех, для маленьких, для взрослых, независимо от того, в каком они живут городе, в каком они живут в селе, на краю или в центре. Есть просьба людей, вы слышите эти просьбы и вы их поддерживаете. Igor Dodon a reiterat că va face tot posibilul ca viitorul copiilor din țara noastră să fie bun. Если кому-то сказали бы год назад, что мы будем открывать детскую площадку в масках, никто бы не поверил. Но, дорогие мои, мы пройдем через все это, все будет хорошо. И мы будем сильнее.
пройдем и через засуху, мы пройдем и через коронавирус, и мы будем сильнее вместе. În cadrul vizitei sale în sudul țării, șeful statului a mers într-o inspecție și pe șantierul deschis pentru reparația unui tronson de pe șoseaua Basarabeasca-Ceadărlunga. Cei 12 km de drum cu o lățime de 6 metri urmează să fie reparați până în luna decembrie. Costul proiectului este de peste 74 de milioane de lei.